вы работаете, учитесь? Я в институт поступала, но меня не приняли. Я так, знаете, очень долго готовилась, но как-то меня не приняли. Вы скучаете, да? Ой, нет, не скучаю. День на работе очень у меня хорошо. Только вот вечерами бывает немножко скучновато, а так все хорошо. Я, знаете, вообще на улицу редко выхожу. Только вот в кино иногда выхожу. Мне мама, она не любит одна дома оставаться, поэтому я вот с ней. Конечно. Вот сижу, вышиваю. Красиво? Знаете, так хорошо, что вы у нас сняли комнату. Я так не люблю пустых комнат. Так глухо как-то все время. Очень боялась, что вам у нас не понравится. Ну что тут у нас такое может понравиться? А вы были в Москве? Странное название и прозрачен асфальт, как и небо, да. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, и радость моя, и моя дыня. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, и радость моя, и моя беда. И твои люди невеликие облуками стучат, по делам спешат. Ах, твой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия. Москва. Знаете, а я родилась вот в этой вот глуши, и тут вот ходила в школу. У меня такое иногда чувство, что я как будто бы никогда ничего не знала и вообще не жила. Ой, знаете, мне так тяжело было на земле. Да вот надо было мне писать автобиографию свою. А какая у меня автобиография? 3 строчки. А какие? Сейчас вам скажу. Огород я копала. Стирала, убирала. Ну да. Не, ну еще там родилась, училась немножко. Ну и все. Больше ничего. Нет, вы знаете, я вот иногда смотрю телевизор или радио, слушаю. Так там, что ж там творится? Там одни подвиги совершаются все время. Там кто-то в космос полетел. Кто-то там целину поднимает. Представляете, целину поднимает. А вот тут она что сказала? Парень один, высокий такой. Ну, который в Доме культуры работает. Который, я к нему пришел, он кричит. Валера! Свет! Ой, бывает, да? А он вам ничего не говорил? Нет, ничего.
ничего с ним больше не встречаемся. А вы любили его, да? Нет, вы знаете, я даже не знаю, что это такое, когда вот эту любовь чувствуешь. Нет, у нас это... У нас это любовь. Так же ж нельзя. Я, конечно, понимаю, ваша мама, но мама ваша пожилой человек. И потом, она родилась до революции, она прожила свою жизнь. Но почему вы с ней не поговорите? Ну, хотите я с ней поговорю, хотите? Не надо, я ничего не хочу. Вы что думаете, что я с ней никогда не говорила, да? Да я говорила с ней сколько раз, но она же все равно, она меня не слышит, понимаете? Нас из таких, если бы вы знали. Мы привыкаем к такой жизни. Мы невесты, и нас надо беречь, чтобы потом как можно выгоднее выдать замуж.